В этом году программа фестиваля поистине рекордная. Это более 350 анимационных фильмов со всей России. Их авторы как известные режиссеры-аниматоры, так и молодые мастера. Мероприятие фестиваля охватит всю Владимирскую область. В рамках акции «Открытая премьера» бесплатные показы анимационных фильмов пройдут в 43 населенных пунктах региона. В нескольких городах состоятся творческие встречи и мастер-классы. Как всегда, фестивалю предшествовала серьезная многомесячная подготовка. Мы это делаем с радостью, потому что мы знаем, что наш фестиваль, он не только дает какое-то ощущение большого взрыва, или ощущение какое-то для тех многих сотен аниматоров, которые приезжают в Суздаль, да, но и для многих тысяч детей Владимирской области. Впервые участниками фестиваля анимационного кино стали представители Республики Крым. Сегодня между киноцентром Владимирской области и Крымским киномедиа-центром было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Прошу подписать. Прошу обменяться папками. В этом году впервые участниками фестиваля стали и владимирские аниматоры. В программу фильмов детских анимационных студий «Утренняя зарядка» вошел мультфильм «В деревне Радужка». Авторы мультфильма – ученики Владимирской киномастерской «Начало». При его создании юным аниматорам помогали педагоги, но главного персонажа и сюжет мультфильма ребята придумали сами. В течение 4 фестивальных дней аниматоров и любителей мультфильмов ожидают конкурсные программы и премьеры, интересное общение и обмен опытом. Завершится 24-й открытый российский фестиваль анимационного кино 17 марта.